1944-м здесь был захоронен командир 9-го танкового корпуса генерал-майор Борис Сергеевич Бахаров, освобождавший наш город от немецко-фашистских захватчиков. На могиле установлен памятник танк Т-34, башенный номер 300, калибр пушки 76 мм. На ее стволе 10 звездочек. Количество уничтоженных машин противника. В 1958 на могилах погибших воинов были установлены обелиски. Сегодняшний облик, мемориальный комплекс и площадь Побед приобрели после реконструкции, произведенной в 2005-м к 60-летию Победы.